Город Монтрё, Швейцария. Ну, просто волшебное место, сочетающее красоту окружающей природы, доступность всех благ цивилизации и курортную атмосферу. Неудивительно, что вокруг города расположено огромное количество туристических баз. А еще здесь много учебных заведений, которые по праву носят название элитных. В одно из них мы сегодня с вами и отправимся. Компания Мариади представляет вам школу для девочек в Швейцарии Сурвал Монтрё. Меня зовут Адиль, я специалист в области среднего и высшего зарубежного образования с очень большим опытом. Постоянно езжу по зарубежным школам, колледжам и университетам. Знакомлюсь с директорами, учениками, записываю видеоэкскурсии и видеообзоры самых разных учебных заведений, чтобы помочь клиентам компании Мариади с правильным выбором. В швейцарской школе Сурвал Монтрё я был неоднократно, и в этом видео хочу рассказать вам немного о некоторых особенностях этой замечательной школы. Однако после просмотра этого видео обязательно также пройдите по ссылке на видеоинтервью с Вероникой, ученицей школы Сурвал. Обучение проходит на английском языке. То есть ты сразу приехала из Новосибирска, до этого училась в новосибирской школе, верно? Да, я училась до этого в новосибирской школе, то есть полностью 9 классов закончила дома. Потом приехала сюда учиться, но до этого я проходила летние курсы, зимние курсы. Тоже в Швейцарии? В Швейцарии, в Лондоне, в Англии. У нас также есть виртуальный 3D-тур по школе, снятый нашими специальными камерами 360. Лучшего эффекта виртуального присутствия пока не придумали. Все ссылки будут в описании под видео. Там же будут подсказки того, как можно связаться с нами в Мариади, чтобы получить свою бесплатную консультацию. Итак, школа-интернат в Швейцарии Сурвал Монтрё. Это небольшая международная школа, где учатся только девочки. Ученицам, которые приезжают из 30 с лишним стран мира. Предлагает прекрасную академическую подготовку, выбор учебных программ, множество вариантов для дополнительных занятий. Небольшие классы до 10 человек помогают поддержать чисто семейную атмосферу и гарантируют индивидуальное внимание каждому ребенку. Принимают в школу с 12 лет, старшим девушкам 19. Поступающие девочки могут воспользоваться годичным подготовительным специальным курсом к программе американской средней школы или к программе IGCSE и A-Level. Базовая программа позволяет заметно улучшить английский и французский, а также освоить в нужном объеме академические предметы. Если вдруг пока вы еще не знаете, что такое программа IGCSE или A-Level, это классические дипломы средней британской системы образования. Кстати, головной офис компании Мариади находится в Британии. Я живу в Великобритании уже 25 с лишним лет. Мои дети учатся в британской системе образования уже больше 6 лет. Ответим на все ваши вопросы уже во время вашей бесплатной консультации. Большое внимание в школе Сурвал уделяется языкам. Предметы преподаются на английском. Для большинства девочек это второй язык, конечно. Что касается же французского, то школа предлагает программу DELF или DALF. То есть ученицы получают диплом, подтверждающий знания французского языка. Действует программа Сурвал Swiss Gap Experience. Комплексная такая программа подготовки к университету девочек 17 и 19 лет. Она включает в себя работу над социальными проектами, изучение международных отношений и глобальных перспектив, консультации по профориентации и карьерным вопросам. Школа поддерживает отношения с колледжами и университетами по всему миру. Девушки могут встретиться с представителями лучших вузов планеты, побывать на их презентациях. Всего учениц в Сурвал Монтрё меньше 100, а соотношение преподавателей и студентов 1 к 5. Это один из лучших показателей в Швейцарии, если не во всем мире. Школы с раздельным обучением непривычны для жителей постсоветского пространства. Но здесь, в этой школе, уверены, что такой подход помогает девочкам пробовать себя в разных сферах, без оглядки на какие-то предрассудки, такие как, например, физика – это только для мальчиков или футбол – это только для парней. В итоге девушки становятся более независимыми, уверенными в себе и лучше справляются с задачами, которые подбрасывает им жизнь. Ученицам также преподают этикет. Это считается одной из изюминок школы. Также есть предмет бизнес-исследования. Моя родная дочь с прошлого года учится в британской школе только для девочек. До этого она училась в смешанной школе.
Почему я ее перевел в раздельную школу? Если будет интересно, расскажу уже при личном знакомстве. А тема на самом деле очень интересная. Как я уже говорил, в Сорвау Монтрео очень востребованы британские программы, такие как IGCSE и LEO. Однако есть и американская программа средней школы. Учебное заведение аккредитовано в соответствии с калифорнийскими стандартами Advanced, что позволяет поступить в колледжи и бизнес-школы в США, Канаде, Латинской Америке и, конечно, Швейцарии. Школа предлагает подготовительные программы КСАТ – это американский школьный оценочный тест, кто не знает. Также ACT – тесту американского колледжа, языковым экзаменом TOEFL и IELTS, или UK Clinical Aptitude Test для медицинских и стоматологических специальностей, или Biomedical Admissions Test – BMAT – тесту для поступления на биомедицинские специальности. А также есть Law National Aptitude Test – национальный вступительный тест по праву. Уютные комнаты рассчитаны на 1-3 человек. Условия проживания очень комфортны. Работает центр здоровья и красоты. По выходным учениц ждут поездки на экскурсии, походы к местным достопримечательностям, прогулки на свежем воздухе и так далее. Ведь этот уголок Швейцарии просто прекрасен. В конце семестра школа обычно организует поездки в крупные города других стран. В прошлые годы это были Рим, Прага, Нью-Йорк, Вена, Пекин и даже Москва. В свободное время девочки занимаются в кружках и секциях. Спортивные площадки и залы прекрасно оборудованы. Для любых занятий есть и отличные мастерские или специальные классы. Есть также кружок дебатов с международными связями. Волонтерские организации, туристические организации, математический клуб, писательский кружок. Выбор очень широкий. Можно дополнительно брать уроки, например, сальсы, аэробики, плавания, парусного спорта, тенниса, верховой езды, фитнеса или йоги. Учиться игре на фортепиано или фотографии, рисованию и моде, кулинарии и многому другому. Вероника, с которой я познакомился в школе, как раз занимается йогой и французским языком. Напоминаю, ссылка на видеоинтервью с Вероникой будет в описании под видео. Кстати, приготовлению блюд и разработке меню уделяют особое внимание. Школьная столовая предлагает здоровый, сбалансированный рацион, а на кухне хозяйничают опытные шеф-повара. Дети всегда могут выбрать из нескольких разнообразных блюд. Им предлагают много овощей, конечно, и фруктов. Девчонки их просто обожают. Словом, если вы хотите, чтобы ваша дочь получила прекрасное образование и смогла потом без проблем поступить в любой университет мира, вам стоит серьезно подумать про обучение в школе Сорвау Монтрео. Однако помните, не все хорошие школы, даже такая школа, как Сорвау, подойдут именно вашему ребенку. Все очень строго и очень индивидуально. Возможно, школа только для девочек – это не то, что вам нужно. Тоже есть такая вероятность. Именно поэтому проще и разумнее довериться нам, специалистам в области зарубежного образования, компании Мариани. Например, я не только езжу по школам, конечно, и записываю видеообзоры. Я сам учился в Америке, учился в Англии, имею 2 высших британских образования. Мои дети сейчас учатся в британских школах уже более 6 лет. Я знаком лично практически со всеми школами в Швейцарии, уже не говоря о школах в Великобритании. Словом, есть что вам рассказать и есть основания называть себя специалистом. Все консультации в нашей компании бесплатны, так же как помощь с поступлением. Мы в Мариади всегда на связи и всегда рады новым знакомствам. Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. Study Tube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. Travel Tube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее.